надо нам, всем нам, которые 25, которые 55, почему вы хотите? Геннадий Владимирович, тоже вы еще молодой наш руководитель, поэтому вы простите, пожалуйста, ну, вы как сынок мой. Я хочу сказать, надо, не надо обращать внимание на то, что хотят сделать зло. Есть люди, которые стремятся, вот они так настроены, а не надо. На зло надо отвечать добром. И тот человек поймет, что ему будет лучше. Точно так и здесь. Семья – это такая сила, что поначалу любовь, хорошая любовь, а потом все потихоньку проходит. Жизненные дела начинаются такие, что начинается круговорот. Надо, детки пошли, надо построиться, надо, чтобы было удобно деткам. Детки закончили учиться, надо их, чтобы они выучились, поступили. Слава тебе, Господи, у нас все получилось. Мы детей вырастили, внуки, правнуки у нас есть. Построили дом, и когда мы строились, он только за доску, а я уже знаю, какой ему гвоздь подать. Вот поэтому у нас и получился, дом получился. И все, слава Богу. Но со здоровьем ничего не сделаешь. Ведь 50 лет отработать, это очень тяжело. Я отработала 48, но у меня была другая работа.